Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочки глаза. И смятением эсэсовец объят, рука сама собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутном произнес, овеян невольной дрожью. Нет, он убить ее не может, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не подымая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки тоже снять мне, дядя?